Мне нужна помощь покемона. Пикачу, я вызываю тебя. Кмулова Оксана снова с вами, и это 7-й урок подтягиваний. И мы, как всегда, начнем с комментариев. Анастасия Е. скинула нам видео. Спасибо большое. На видео я насчитала у тебя 6 подтягиваний. Пишет: учусь потихоньку, спасибо за полезные видюшки. Анастасия, хочу сказать, что техника хорошая. Пауза в нижней точке, подтягивание строгое, кор ты держишь. Спасибо большое. Специально для тебя мы вышлем маленький сюрприз-подарок, так что жду от тебя координаты. Дальше. Иван Лысак. У меня 11 строгих и такой вопрос. Во время строгих нижней точки нужно выключать плечи и лопатки полностью и висеть на максимальном вытяжении? Или как? Иван, в принципе, ты можешь отключить и плечи, и лопатки, и висеть даже больше 2 положенных секунд. Но прежде чем начать следующее подтягивание, тебе придется напрячь мышцы кора, тут же у тебя напрягутся и плечи, и лопатки. То есть эта дополнительная сложность будет для тебя. Лишний отдых в положении внизу. И наш постоянный комментатор наших видео – это Олег У. Ждем баттерфляй. Олег, специально для тебя мы его обязательно покажем. Итак, 7-й урок. Сегодня мы начнем с 3 подтягиваний. Отдых 1,5 минуты. Далее 3 подтягивания, отдых 1,5 минуты. Снова 3 подтягивания, отдых 1,5 минуты. И заключаем все 2 подтягиваниями. В результате вы сегодня должны выполнить уже 11 подтягиваний. С вами была Оксана Пикмулова. Продолжайте оставлять комментарии под видео. Всем пока!